В том забеге принимали участие только самые лучшие спортсмены. Элита лыжного спорта. А погода была, прям скажу, ужасная. Ветер, град, лыжню с трех шагов не разглядеть. Бежала из последних сил. И вот, наконец, вышла на финишную прямую и... Все кричат «Браво! Браво!» и мне вручают этот кубок. А, это же... Здорово! Жаль, что от него табличка потерялась. А думаешь, табличка? Ну, потерялась и потерялась, в конце-то концов. Нашел! Пропавшую табличку от кубка! Тут и надпись есть. Савунье за почетное четвертое... Четвертое место. Ой, вот спасибо. А я-то думала, куда она могла подеваться. Но ты никогда не говорила, что заняла только четвертое место. Но я и не говорила, что заняла первое. Сказать по правде, я вообще ни разу не занимала первое место. Главное же не победа, а участие. Очень верно подмечено. По крайней мере, в моем случае. А разве за четвертое место вообще вручают кубок? Бараш. Там вышла путаница, сделали 4 кубка вместо 3. Вот мне и перепало. Но я думал... Все, нам пора. Пока-пока. Да, друзья, наломали вы дров. Тема деликатная, а вы с размаху, да по больной мозоли. Это все бараш. Четвертое место. Сам бы сначала хоть 10-е занял. Да, ситуация критическая, но выход есть. Ух, раз, два, раз, два. А, и так, отлично. А, ух, хорошо. Отцвели уже давно хризантемы в саду. А любовь все живет, все живет. Все на лыжный забег. Мечта о первом месте станет реальностью. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Не похоже, что она мечтает о первом месте. Я скажу, на что это похоже, юноша. Это похоже на серьезный комплекс. Спортивный комплекс. Физкульт-привет, рукодельница вы наша. Уже ознакомлены? Да, что-то такое уже читала давеча. Отлично, значит, все в курсе. Соревнование состоится завтра утром. Твое участие обязательно. Как? Соревнование? Утром? Я же не в форме. И замечательно, что не в форме. Значит, и у других появятся шансы. Ведь соревнования должны быть абсолютно честными. Да я уж свое на лыжку отбегала. Пусть молодежь соревнуется. Молодежь? А на кого им равняться? Кто подаст им пример своей целеустремленностью, выдержкой и любовью к спорту? Но... И это не обсуждается. И запомните, сегодняшняя цель не победа. Не дай бог кому-нибудь из вас занять первое место. Стойте! Бегу-бегу! Ой, а вы еще не начали? А я уж думала, все пропустила. Итак, все в сборе. На старт! Внимание! Марш! А что, уже начали? А я вспомнила, не забыла ли утюг выключить? Все-все, бегу-бегу! Марш! Это будет сложнее, чем мы думали. Молчи уж! Чего стоим? Нет!
Стоп! Заслуженное первое место. Кубок вручается Савунье! Браво! Какая красота! Тут и надпись есть. За первое место Савунье. Погодите, а откуда вы знали, что выиграю именно я? Это что же... Все было подстроено, да? Какая разница? Главное, ты получила первое место. Вполне заслуженное первое место. Вы думаете, мне нужна такая победа? Да, я не смогла когда-то стать чемпионкой. Скорее всего, уже никогда не смогу. Но я никогда не жульничала. И в тот раз свое четвертое место я заняла честно. А вы хотели лишить меня даже этого. Мне эта идея сразу не понравилась. Да уж, вышло как-то не камильфо. Ну что, аферисты, совесть-то мучает. Дорогая вы наша. Ах, да ладно. Я ж понимаю, хотели как лучше. Еще и кубок вон состряпали. Ах, ну юмористы, честное слово. Да мы его сейчас выкинем, и все. Ну зачем же, вот так сразу и выкинем. А пусть останется в конце концов. Вы же его все-таки для меня сделали. Дорогая ты наша, за твои заслуги на Ниве спорта, за... вклад в оздоровительные процедуры, за спортивную честность. В конце концов, прими же от общественности этот скромный знак признательности. Даже не знаю, прям как-то неудобно. Если вы уж так настаиваете. Браво, браво, браво! Браво, 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 браво! Все кричат «Браво! Браво!» и мне вручают этот кубок. Как все-таки это здорово! Это точно!